все, еще один-один. Давай, я сейчас его обыграю. Так, я в комнате, вокруг никого. Что тут надо делать? Ничего, тебе нужно просто не вставать с места. И все. Такие правила. Так, тут мухи налетели. Очень много мух. Какая сложная игра тебе попалась. Стоп, тут динозавр. Нет, я серьезно. Он прямо в комнате. Спокойствие. Он ушел. Что? Ножи с потолка? Ерунда. Меня испугал бы только. Паук? Ты испугался паука? Он влез мне в ухо своими противными лапками. Надеюсь, будет без волшебства. Это сюрприз. О, тут сразу жесть. Ну, наконец-то. Я в морге. Меня это ничуть не пугает. Мертвецы не причинят мне вреда. Кто у нас здесь? Дворник, что ли? Скучная игра. Света, добавь ему жести! Вода? Кажется, я тону. Мне не хватает кислорода. Тут кто-то есть. Это что, русалка? Острые челюсти. Стоп. Проиграл. Зато выжил. Моя очередь. Для тебя, Марк, будет простая игра. Давай, я готов. Отлично, тут день. Чудесный летний день, значит, не страшно. Стоп! Только не говори! Что это, качели? Качелик испугался. Ты, это не стыдно. Конечно. Это квест на прохождение. Я понял, вижу. Так, ключ. Это что, снова магия? Давай играй. Ладно. Кто там? Какая девушка. Наверное, отличница. Как мне нравится. Что? Я дарю тебе цветок. Эй! Что, хочешь меня поцеловать? Гейм овер! Эй, это почему? Он выполняет задание неправильно. Все что угодно, только не про волшебство.